Акция «Сад памяти» продолжается в Дагестане. На этот раз ее поддержало руководство гимназии-интерната музыкально-хореографического образования города Каспийска. В честь памяти выпускников Али Амирчупанова и Арслана Ибрагимова, которые погибли в ходе спецоперации на Украине, на территории учреждения были посажены деревья, символизирующие вечную память о героях. Началось мероприятие с приветственного слова гостей председателя собрания депутатов Абдулвахида Джаватова, председателя Союза женщин Дагестана Интизар Мамутаевой, военного комиссара Марата Паша, ветерана педагогического труда Веры Евсеевой и многих других. Дети брали пример именно с таких героев, которые ни секунды не сомневаясь отдали свою жизнь, пошли к тому же добровольцам на фронт. Решение было принято осознанно, и я был с этими ребятами, я знаю, как они думают, я знаю, о чем они думают, я знаю, что каждый парень, который оказался, каждый солдат, который оказался на передовой, ни на секунду не раздумываясь, в любую секунду готов отдать свою жизнь за нашу Родину. Подвиги эти, он останется в веках. Имя Али Ибрагимова и Арсена Эмирчупанова, они будут всегда в памяти наших детей, наших горожан, наших земляков дагестанцев и таких. Воспитанники ГИМХО подготовили для гостей встречи творческую программу, а именно исполнили патриотические песни. Далее состоялась минута молчания в память о погибших бойцах, возложение цветов к мемориальным доскам, а также и сама посадка деревьев в саду памяти.